Один из старейших театров страны скоро справит новоселье. В здании Казанского драматического театра имени Василия Качалова к завершающему этапу близится реконструкция. Она длилась 11 лет. За это время театр прирос служебными помещениями, сменил внутреннее одеяние, люстры, кресла, сценическое оборудование. Пока труппа Качаловского играет спектакли на подмостках театра имени Галиаскара Камала, но в честь презентации здания после реконструкции на обновленной сцене развернулась комедия Михаила Зощенко. Из зрительного зала за спектаклем наблюдала и Алсу Гусманова. Я 20 лет работал с облупившимися стенами, текла вода, и мы репетировали, помню, «Банкрота» спектакль, а сцена была разобрана, и боялись, что упадем. Австрийские люстра, просторные залы и кованые перила. Новый сезон здесь встретит в новом интерьере. Театр имени Василия Качалова – старейший театр в стране. Его открытие состоялось в 1791 году. На сегодняшний день он располагается в здании 1833 года, которое предназначалось для проживания купца. В 1914 году строение приобрело свой окончательный вид. Спустя столетия театр радует преданных зрителей своим современным, уже новым, красивым, обновленным нарядом. Преобразился этот храм Мельпомены основательно. Реконструкция началась еще в 2000-м. Сцена, зрительный зал и фойе – все здесь по последнему слову моды. Что интересно, после ремонта площадь театра увеличилась на 80%. Сцена сделана, сделаны грим-комнаты актеров. У нас раньше там ничего не было, теперь там есть у них, у актеров есть туалет, душ. Они могут нормально умываться. А то у нас были случаи, когда артист, сыграв негра, шел домой в гриме и дома мылся, так сказать, отмывался, чтобы в троллейбусе так пытался лицо спрятать. У истоков театра полулюбительская труппа. Она организовывала представление в арендованном месте на улице Воскресенской. Так начинался театр с вековой историей. А свое название он получил в честь ведущего актера труппы Константина Станиславского, одного из первых народных артистов СССР Василия Качалова. У памятника ему, кстати, своя почетная ниша в обновленном театре. Он был дом, и до сих пор он все-таки существует, продолжает жить как театр дом. Поэтому дом должен быть красивым. Я думал, что она такая, а она без шпаги, без пальто, он такая. Первый раз на приодевшейся сцене зазвучали такие привычные стенам театра диалоги с пьесы. В честь реконструкции труппа Качаловского сыграла комедию Михаила Зощенко «Свадьба» из спектакля «Уважаемые граждане». Среди зрителей и президент Татарстана Рустам Миниханов. Все деньги на новый облик театра, а это миллиард рублей, были выделены из республиканского бюджета. Я хочу сказать, что когда наши молодые артисты пристроены наши, из нашей области, они все сейчас живут. Они позволили себе возможность, дали возможность их купить машины. Они из Юдина приезжают на работу на транспорте. Нам надо, у нас проблемы куда поставить. Нам нужно здоровье то. Покупайте велосипеды. Начало нового сезона труппа отыграет на подмостках театра имени Галиаскара Камала. А через пару месяцев Качаловский уже официально справит новоселье. Алсу Гусманова, Айрат Мухамедьянов, столица.